Это дом номер 8 по улице Ульянова в рабочем поселке Языково. У двухэтажки теперь есть новая кровля. Демонтируют шиферную крышу в соседнем доме номер 6. Многоквартирный дом не видел капремонта с 1974 года, когда здание ввели в эксплуатацию. Приступили к ремонту в июле. В начале сентября планируют закончить. У нас все идет по проекту. Там раскосы, откосы, чтобы снеговая нагрузка там была минимальная. Ну, старая крыша, это шифер там что, она разломана вся была. И тем более она тяжелая сама по себе. И сколько там швов на ней. А так сейчас. И вот 44-й этот лист, который идет, она очень прочная. Вот сейчас уже по новой технологии работает, да. На ремонт крыши дома номер 6 направили почти 3 миллиона рублей. Здесь 22 квартиры. 82-летняя Валентина Антоновна заселилась в двухэтажку одна из первых. Вспоминает, стройку дома тогда затянули, но новому жилью были рады. В нулевых крышу жильцы перекрывали собственными силами. У кого-то немного подтекало, других топило сильнее. У меня затоплял даже, кухню смывало. Вот это все. А сейчас как вот уже почувствовали, дожди были? То есть хорошо, мы переживали очень. Только обрешетка была и закрыта этой пленкой. Ну, все аккуратно, спасибо, никого не промочило, ничего. Это хорошо. Замена кровли – наиболее популярный вид ремонта в многоквартирных домах поселка. Ульянова 6 – пятый по счету дом, где демонтируют крышу. Бригада специалистов сейчас также работает по адресу Михайлова, 12, а в доме номер 11 по той же улице ремонтируют фасад. Новое кровельное покрытие из современного профлиста также появилось на Горького 15, 24 и Цветкова 12А. В ближайшие два года в Языково обновят еще 4 дома. Мы совместно с собственниками квартирных домов производим, то есть, контроль хода выполнения работ в случае обращения жителей. То есть выходим непосредственно на подрядчика, который производит работы на данном квартирном доме, и озвучиваем, то есть, пожелания собственников, замечания. Деревянные элементы крыши делают из пиломатериалов местного производства. Конструкции обрабатывают специальным составом, который предохраняет от возгорания и вредных насекомых. А новое кровельное покрытие из современного профильного листа тоже со специальной обработкой от коррозии. Благодаря этому срок новых крыш почти 60 лет. Рената Алиулова, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ из Корсунского района.